Девушки, мужчины и женщины часто не могут достигнуть понимания. Как вы считаете, что нужно сделать для его достижения? Ну, я считаю, если парень вас не понимает, то не намекайте ему, он должен сам все понять. Если парень ничего не понимает, то он никогда ничего не поймет. И если даже поймет, то будет уже слишком поздно, его понимание уже будет никому не нужно. И он поймет, что уже слишком поздно, но поздно это не рано, и тогда его понимания будет достаточно, конечно, чтобы вы его простили. Ну и тогда вы вместе поймете, что ну, понимание это вот оно на самом деле, и все не так сложно, ну или просто понимание, оно в принципе это легкое. А сегодня понимать могут все. Вернее, не все могут понимать, но лишь некоторые могут понимать. Ну, в общем, вы поняли.